там? Победил? Крабчук. Ященко, плохая передача. Ященко вынужден селиться в подкате. Потеря, тут можно забивать. И мимо ворот прокатывается мяч у себе. Поддержка, заброс вперед. И прямо на ногу игроку. Севастопольца будет добивание, выходит. Можно играть, подключение по правому флангу. Долгая обработка, но здесь ставит шлагбаум. Защитник, еще раз обратите внимание. Вот, мяч пересекает линию. Да, это пенальти. Ровно с линии штрафной разбегается Ковальчук. Ковальчук укладывает мяч прямо по центру. 1-0. Севгу выходит вперед. Буквально из дерна вырос. А вот тут классная получается подача, но... Там передача была, не важно, как-то или нет, а здесь опасный момент. Отправляемся на перерыв. 1-0. Классный практически Манерка. Манерка, передача в центр. Опасный здесь может быть момент, но очень острый угол. И в лучшем случае передача. Апеллируется, что рука получается ближе к центру. Заброс на дальнюю штангу. Там перекрывают всех партнеров. Дальний удар. Обратите внимание, Максима Манерка почти никто не держит. Не держит. Один игрок возле него. Подача. Даже, похоже, был на плане к Петербургу, при том, что на газоне оказался Ярослав Зайцев. Подача и головой сейв совершает один из защитников. Манерка возле собственной штрафной. Дальний удар. 5 минут до конца основного времени. Ростополь в атаке. Удар на дальнюю пойдет. Тихов. Да, так и есть. Центр штрафной, удар поворотом, и это должен был быть гол. Манерка разбегается, Борисов тоже мимо. Черный удар поворотом, мимо. 1-0, Севастопольский государственный университет.